Несмотря на проливной дождь, на мероприятие прибыли десятки человек. Здесь ветераны военных конфликтов, представители городской администрации, участники движения «Молодая гвардия» и анапчане, которые помнят Павла Саркисяна по его поступкам, делам и той лепте, которую он внес в развитие города. В честь нашего замечательного друга Павла Сергеевича Саркисяна, который действительно прошел Афганистан, является орденоносцем, и в мирные годы, когда он пришел уже после службы в армии, занимал активную гражданскую позицию, был наставником у ребят у молодых, выступал в школах, занимался чисто патриотической, не только патриотической работой, но и реабилитацией тех ветеранов боевых действий, ветеранов войны, которые пришли уже после этой войны инвалидами. Способствовал именно укреплению их здоровья. И это самое важное в его жизни. Для Павла Саркисяна Анапа была настоящей малой родиной. Он всегда помогал и участвовал в жизни города. Был для всех примером и вдохновителем. Любящий муж, заботливый отец трех дочерей и совсем молодой дедушка. Его трагическая гибель потрясла не только близких людей, но и весь город. Это не только для меня, для всех друзей, ветеранов. Это великий человек, который никогда не оставался в стороне от бед, от горя. От всего. Информационная табличка открыта, но это только начало. В Анапе объявлен конкурс на лучший эскизный проект памятного знака для сквера имени Павла Саркисяна, итоги которого будут подведены экспертной комиссией 30 декабря. Он посвятил свою жизнь. Это не просто слова, это реальные дела. Я тоже прекрасно понимаю, что для будущей молодежи невозможно жить без прошлого. Потому что, казалось бы, война, которую прошли мы все, она где-то далеко. А оказывается, нет, она рядом, и вы все прекрасно знаете, и чеченские события, и события террористических актов повсюду. Мы готовы должны быть к любому проявлению агрессии со стороны наших врагов. А для этого такие мероприятия, что люди должны знать, на них надо учиться, на их подвиги, на их отношение к жизни, ко всему, что его окружает. Открытие памятного знака планируется провести 15 февраля 2018 года, к 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.